Всем привет! Вы на канале Gato del Crypto, и сегодня у нас в обзоре проект USAT Incorporated. USAT – это некоммерческая организация, которая зарегистрирована в Австралии. Особенность организации такого плана, как некоммерческие, заключается в том, что прибыль может и будет идти только на развитие организации, а не на доход членов команды. Мотивация участников проекта будет выражаться в наличии токенов USAT, которые они будут получать за свою деятельность. Токены, в свою очередь, будут расти в цене, так как доход от продажи продуктов, которые будут создаваться на платформе, будет реинвестирован, и ликвидность. Можете посмотреть экосистему на сайте, изучить еще. Например, изобретатели смогут размещать свои идеи на платформе и проходить дальнейшие этапы коммерциализации. Также анализируются идеи на новизну и уникальность, регистрация интеллектуальной собственности на изобретение, патенты. Будет идти привлечение средств, чтобы проверить идею, востребованность на рынке. Далее будет создаваться прототип и проходить тестовые испытания. Прибыль от продажи продукции будет возвращаться в виде дивидендов в систему и распределяться в виде токенов, как сообщает нам данные смарт-контракта. Часть из них будет использоваться как выплата компенсации участникам процесса реализации проекта, а часть реинвестироваться в реализацию новых. Созданный проект будет продолжать жить автономной жизнью и приносить доход учредителям. Очень удобная, ловкая и тонкая схема. Я считаю, вам стоит изучить эту интересную платформу. Для этого переходите по ссылкам в описании. А этому видео ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всем удачных инвестиций. С вами был Gato del Crypto.